Бывшего начальника политической тюрьмы Красных Кхмеров С-21 обвиняют в военных преступлениях и преступлениях против человечности, в частности, в пытках и убийствах. Сейчас Каинг Кек Иев воспользовался последней возможностью, чтобы обратиться к Международному трибуналу ООН по военным преступлениям в Камбодже и попросить прощения. Перед убитыми и перед выжившими С-21 я заявляю, что один принимаю ответственность за гибель по меньшей мере 1380 человек. Все они подвергались мучительным пыткам и бесчеловечному обращению, которое невозможно измерить. Я все еще от всего сердца прошу прощения у тех, кто погиб. Спустя 30 лет после совершенных преступлений Каинг Кек Иев, известный также как товарищ Дуч, выражает свое раскаяние и желает примириться с гражданами Камбоджи. Я обещаю, что в будущем сделаю все, чего только пожелает мой народ. Обращаюсь к суду. Пожалуйста, пусть он судит меня по всей строгости закона. В печально известной тюрьме С-21 находилось около 15 тысяч узников. Тех, кто не скончался от пыток, добивали на так называемом поле смерти. Выжили немногие, и их боль от пережитых страданий не утихла и по сей день. Когда смотрю на него, он кажется несчастным, но когда вспоминаю его преступления, то думаю, что он не может избежать наказания. Это не месть. Это потому, что мы находились в крайне ужасном положении. Я, моя семья, мать и отец и родственники. Бывший начальник тюрьмы С-21 все же отрицает непосредственное участие в убийствах и пытках заключенных. Он утверждает, что следовал приказам, потому что боялся за собственную жизнь. Тем не менее, он готов принять суровое наказание, если суд приговорит его к пожизненному заключению.